Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Юг». И сегодня мы подробно расскажем о пребывании в южных провинциях губернатора Челябинской области Петра Ивановича Сумина. Далее в программе «День Нагайбакского района». В видеоочерке мы постарались показать, чем сегодня живет район накануне своего 70-летия. И, наконец, страничка из американского дневника «Пожарные штата Нью-Джерси». Мы о них расскажем с помощью одной из очаровательных сотрудниц Магнитогорской пожарной охраны. Свой визит на юг Челябинской области губернатор начал с посещения святого для южноуральцев места Аркаима. Здесь его встречали первооткрыватель очага мировой цивилизации профессор Станович, ректор Челябинского госуниверситета Бахмутин, ученые, археологи, студенты южноуральских вузов. Стена высотой 5 метров, 3 метра толщиной основания. Внешняя стена 6 метров толщиной по основанию и где-то, если со стороны рва, то где-то около 7 метров высоты. Совершенно колоссальное сооружение. Ну, я не буду останавливаться подробно. Здесь башни, переходы, улицы верхние, улицы нижние и канализации. Вот круговая улица, и вот это голубым показано, это ливневая канализация. Мостовой перекрыто, через каждые 15 или 30 метров сточные колодцы. Причем перед каждым колодцем очистные сооружения. Ну, конечно, мы мечтаем на новой земле, потому что сам Аркаим нам не хотелось бы разрушать. Мы половину его исследовали и все, остальное законсервировали. И сейчас восстанавливаем поверхность того, что мы раскопали. А сам Аркаим, чтобы не водить туда людей много, то есть только специалисты, только тому, кому надо. Значит, отстроить Аркаим на новом месте. У нас есть площадка, все, она запроектирована в этом году, сейчас. Может быть, сегодня приезжают магнитогорцы, вчера телеграмму давали, 20 человек из академии, да. Кафедра архитектуры, практику проходит здесь, и мы, значит, им поручаем, Аркаим, значит, сделать план Аркаима. Петру Ивановичу были представлены уникальные археологические экспонаты, результат многолетних раскопок. Было рассказано о первоочередных задачах южноуральских ученых, которые намерены сделать на этом месте один из центров мирового туризма. Весь цивилизованный мир максимально использует подобного рода археологические ценности для привлечения в бюджет колоссальных средств за счет международного туризма. Есть такая возможность и у нас с вами. Но для того, чтобы Аркаим пополнял областную казну, необходимо сегодня вложить сюда малые деньги. Губернатор выразил готовность помогать ученым и предложил записать в бюджет будущего года отдельной строкой расходы на нужды Аркаима. Аркаимом я занимался в свое время, работая председателем областного совета, председателем облсполкома. Когда было начало, тогда мы создавали здесь заповедную зону, тогда первые колышки вбивали, все это по инициативе наших ученых, Геннадия Борисовича, других товарищей. Так. И вот я смотрю, что эти годы не прошли бесследно. Я только что приехал, кое-что мне рассказали, мы посмотрели свой музей, что находится в музее, и откровенно скажу, впечатление, конечно, уже колоссально сейчас. Колоссально я бы здесь отметил даже то, что гордость. Гордость, что это находится на территории Челябинской области. Вот это святое место. И это не просто святое место для Челябинской области, для России, это, в общем-то, для мира. И в мировом масштабе это довольно все серьезно и значительно. Вот. Второе, что мы можем сегодня, вот на этом примере, на Аркаиме, с учетом той базы, которая создается, научных исследований, разработок всего, ученые молодцы, специалисты, вот действительно подвижники своего дела, мы можем учить нынешние поколения, учить истории, учить патриотизму, любви к родине, любви к отчизне. Вот это большущее дело. Но, безусловно, вся еще работа по Аркаиму впереди. Затем областная делегация, возглавляемая губернатором, куда вошли председатель областного законодательного собрания Давыдов, замглавы областной администрации Согрин, занялась детальным изучением зерновых клиньев на близлежащих полях Лединского и Кизильского районов. Ситуация на юге области сложилась уникальная. Верхнеуральский, Нагайбакский район заливают дожди. Кизил тоже живет хорошо с влагой. А вот Брединский район, особенно та часть, которая граничит с Оренбуржьем и с Казахстаном, нуждается во влаге.
губернатор во время этой поездки смог еще раз убедиться, насколько сложные задачи стоят перед южноуральскими земледельцами. Здесь, на юге области, сосредоточена в основном хлебная нива региона. Та самая пресловутая зона рискованного земледелия и сегодня приготовила селянам сюрпризы. Будут ли они приятны, зависит только от погоды. Люди сделали все, что могли. Видимо, урожай великолепный. Но сможет ли налиться колос, зависит теперь только от суммы плюсовых температур. Нужно всего-то несколько по-настоящему жарких дней. В день визита губернатора над Кизельскими нивами висела марева дождя. Весной, последние два года, учитывая погодные условия, значит, когда сроки наступают посева, мы просто сеяли без всякой обработки, с сырьевыми сеялками, в крест, прикатывание и все. Исключается много работ, которые, значит, затратные. И горючее, по крайней мере, по крайней мере, вот за 15-18 лет и поля у нас нормальные, кто даже и пашет, также засорены, даже у нас меньше, чем вот соседи, например, они пашут в Башкирии. Ну, по крайней мере, у них и поля сорнее, и урожай они меньше получают. На химикаты? Химикатами, гербицидами обрабатываем процентов 20-30 зерновых, только зерновых, ну, немножко кукурузы, и все. А наглядно, вот мы жалко проехали, у нас вот там, вы, может, видели, с правой стороны, как ехали, небольшой участок, белый, уже поспелый. Видели. В одни сроки сеяли, но там была вспахана зябь после картофеля. И вот посмотрите, на зябе, во-первых, зерно щупленькое, посев вот такой. А там, где, значит, вот по этой технологии шли, хлеба зеленые, хоть бы что. Все сразу мы не заменим. Мы знаем, как выходит быстро пополнение. Мы тоже об этом говорим. Вот сейчас, если нам не будут помогать, а потом, когда в раз все менять? Никто же не заменит. А все, комбайны старые зерновые, техника стареет. Она сама морально уже стареет. Как же дальше будем жить? Ну, сейчас смотрим мы по этим комплексам. По канадской технологии все же мы довольно серьезно отрабатываем контракт, тоже смотрим. Это на перспективу, конечно же, тут сложно по этому году говорить. Сейчас по жаткам надо смотреть, по другим вопросам. Сейчас мы хотим взять несколько почвообрабатывающих комплексов, эти сеялок комбинированных. Он культивирует, сеет, вносит удобрения, гербициды и прикатывает. Сразу комплекс. За один проход. Вот собираем ЧТЗ, значит, сейчас думаем переоборудовать этот Т-170, заменить ему ходовой, от танкеты поставить, гидравлику полностью поменять, чтобы 9-корпусный полунавесной плуг навешивать, сеялки там разместить, культиваторы там разместить на этом заводе. Вот отрабатываем ЧТЗ, в понедельник ученых собираем. Свое производство. Значит, свое производство. Но все же дорого. А потом надо, давай так, что, вот мы говорим, село надо сегодня раскручивать, Но с помощью села мы можем раскрутить и наше машиностроение. Да, можем. Вот ЧТЗ. Мы же сдаем тоже заказ, пусть это работает. Весь регион. Это рабочее место, зарплата и все. Раньше уже не же умирает сегодня. В этот же день губернатор посетил новое терапевтическое отделение Кизельской районной больницы и среднюю школу райцентра. А затем ему был представлен православный храм, выстроенный кизельчанами несколько лет назад. Этот приход не стал местом паломничества верующих людей, каким является сегодня Аркаим. Районные власти умно и сдержанно проводят политику религиозного нравственного воспитания современников. Но уже сегодня христианские обряды, включая праздники, венчания, отпевания, проводятся только в этом православном храме. Далее путь губернатора лежал в Агаповский район, на границе которого его встречали районные власти во главе с Александром Михайловичем Гаврилаевым. Выезжать на мокрые полевые дороги для осмотра в ходе на нескольких машинах было вроде бы не сложно. Можно было увязнуть где-нибудь между овсами и пшеницей. Но Иван Иванович Котельников убедил губернатора, что ехать не стоит. Есть лучше, конечно, поля, есть хорошая пшеница, вот новый сорт у меня еще, казахстанская раннеспелая, мы ее сейчас посмотрим. Значит, прекрасный урожай в том году, в целом, в среднем у меня в том году казахстанская дала 21. Кто семена берет? Семена берет практически вся область. Я реализовал семян в этом году,
на 4 миллиарда 300 миллионов. За июль месяц у нас выпало всего 7 миллиметров в этой зоне осадка. За июль. Вот трещины даже их видно. И вот, пожалуйста, наши все сорта районировали. Все это стоит, даже все листочки, да. Петр Иванович, ну а вот проблема у нас в хозяйстве есть. Смотрите, все, казалось бы, нормально. Вот у нас средний уровень урожайности последние 7 лет 22 центнера. Но дальше не идет движение. Получали мы и 36 центнеров, но это самый благоприятный год. Выше мы не поднимемся, нужно что-то применять. Вот я посмотрел, это, ну, будем говорить, революция. Не так много денег надо, казалось бы. Больше того, я вот читал, считали мы бизнес-планы, Василий Васильевич помогал, и сам я считал. Окупаемость получается так. Если на 3 года кредит, то расплачивается в течение, даже с процентами, и еще у себя остается. Нам надо сейчас решить вот эту проблему, убрать, поддержать вас горюче-смазочными материалами, там, запасными частями, где-то техникой, то, что возможно, еще сделать. Ну, не дай бог, вот, ну, что, такое богатство сегодня оставить, это же нельзя. Да, это же какой труд. Труд людей. Кто-то посмотрит, скажешь, красотища какая, да, другой посмотрит, ну, это труд прежде всего. И, в общем-то, наша жизнь на будущее. Это вот это. Далее смотрит Алексей Васильевич с командой, там надо, я готов поддерживать. Конечно, полностью согласен, Иванович, новые технологии. Не уедем мы никуда на старом. Новые машины, но новые машины должны предусматривать новые технологии. Этот день губернатор начал со встречи с депутатами Магнитогорского городского собрания. Его председатель Фаик Абдулович Мухаметзянов представил Петру Ивановичу своих коллег, которые обратились к главе области с рядом вопросов. На этой встрече были детально обсуждены темы, которые для магнитогорцев являются наиболее волнующими. Это вопросы о полномочиях главы администрации Магнитогорска, участие области в реконструкции металлургического комбината, создание на юге области территориально-экономического округа. Насколько это актуально для магнитогорцев, говорит тот факт, что на пресс-конференции для журналистов, которая состоялась часом позже, разговор шел в основном именно об этом. Губернатор дал четкое разъяснение. Мэра Магнитогорска Виктора Никитина он наделил полновластными полномочиями в рамках закона, которые ни с кем ему делить не советовал. Магнитогорский округ не будет мини-областью. Вопрос о статусе округа находится в компетенции профессиональных законотворцев, какими он считает депутатов Мазуля и Соломаткина. А что касается взаимоотношений области и ММК, то на этот вопрос был дан такой ответ. На контрольном пакете сегодня акции Магнитогорского металлургического комбината не идет речь. Речь идет о том, чтобы сегодня Магнитогорский металлургический комбинат, город Магнитогорск и Челябинская область, в общем-то, и имели влияние на этот комбинат и имели право собственности определенной. Есть пакет, который находится в федеральной собственности, 17,8%. Вот сегодня это планы пока, планы администрации, законодательного собрания области, согласованные с руководством металлургического комбината Магнитогорского, с руководством города Магнитогорска, приобрести их в собственность области, чтобы это стало государственной собственностью, нашей с вами областной собственностью, и работало бы в интересах жителей Челябинской области, ну и, безусловно, магнитогорцев. Вот это цель. Основная, наверное, цель. Пакет, допустим, под залог отдать для того, чтобы приобрести хорошую инвестиционную схему? Ну, здесь уже так. Вот первый этап мы должны пройти, это будет непросто. Приобрести, я еще раз говорю, есть желание, есть стремление. Какой результат будет, сложно будет говорить. Я не хотел бы как-то заранее это все это уже обозначать, что вопрос решен, потому что придется поработать с федеральными органами, с госком имуществом Российской Федерации, с правительством Российской Федерации. Под это нам нужны немалые финансовые ресурсы. Бесплатно никто не отдаст. А этот пакет стоит десятки миллиардов рублей. Его надо купить. Если нам удастся проблему эту решить, мы можем его использовать в нескольких направлениях. Прежде всего, ну, быть соучастниками этого процесса, вот, и собственниками Магнитогорского металлургического комбината, выступает область раз. Вкладывать финансовые ресурсы и зарабатывать дивиденды, доходы, прибыль зарабатывать. Это первый этап. Второй этот пакет может выступать, безусловно, и залогово-страховым фондом. Да, мы можем заложить его,
заложить под это, привлечь инвестиции, вложить их в техническое перевооружение комбината, в укрепление материально-технической базы, заработать на этом финансовые ресурсы и рассчитаться. И пакет опять у нас останется. Но может еще вариант будет. Будет выгодный момент продажи пакета акций в надежные, нормальные руки. Это мы с руководством комбината, с городом решим. Там, где можно заработать, можно и по этому пути идти. Но главное, надо решить вопрос приобрести, пока этот пакет не наш с вами. Это интервью Петр Иванович дал программе «Восьмой канал» во время посещения нового магнитогорского предприятия асфальтобетонного завода «Южуралавтобан», построенного на деньги акционеров ММК и Челябавтодора. Германское оборудование, которое используется для производства дорожного покрытия на автобанах Европы, это гарантия того, что автострады в городе Полуков и его окрестностях вскоре станут намного лучше. Петру Ивановичу в этот день было представлено еще одно новое предприятие «Магнит» – цех мелких блоков на ЗКПД «Треста Магнитострой». Это тоже шаг 21 век. Плитка, которой уже выложены тротуары возле пединститута, офисов предпринимателей и домов – это живые деньги в бюджет. Кстати, производство таких тротуарных плиток в два раза дешевле обычного кирпича. После очень важного для руководства ММК совещания за закрытыми дверями губернатор приехал во дворец имени Орджоникидзе, где ему было предоставлено право вручить грамоты представителям трудовых династий ММК. Таким образом, Петр Иванович принял участие в торжествах, посвященных Дню Металлурга. Этот праздник «Магнит» сравним лишь с Днем Шахтера в Копейске или Днем Машиностроителя в НИАСе. И тот факт, что люди приходят и веселятся, а организаторы готовят для них сюрпризы, я имею в виду визиты московской артистической элиты, говорит только об одном. Магнитогорцы верят, небо над городом, несмотря на металлургические дымы, будет чистым, и комбинат вскоре вздохнет полной грудью. Я откровенно скажу, по абсолютному большинству вопросов и проблем, которые мы вместе рассматривали, они не маленькие, сложные, как Виктор Филиппович говорил, это и привлечение инвестиций, как отечественных, и, ну, прежде всего иностранных, так вот практически по всем, мы нашли общий язык, мы нашли общие подходы, и мы договорились, как будем действовать, и приняли конкретные решения. Есть вопросы, непростые вопросы, который нам предстоит в ближайшие буквально дни, недели, еще раз более детально рассмотреть, изучить и принять по ним решение. И поэтому мы находимся сегодня в городе Магнитогорске, в столице нашей черной металлургии. Это по праву так, может быть, потому что металлургия сегодня для Челябинской области. Металлурги являются основой, основой того, с чего мы с вами должны пойти вперед. Наращивать объемы производства, улучшать жизнь людей, достигать нормального жизненного благополучия населения Южного Урала. Субботнее утро губернатора было отдано немаловажному делу. Он детально сумел ознакомиться с положением дел на молочном заводе, который был выстроен на деньги акционеров МК по голландской технологии. Вот такие предприятия по переработке молока, а их в области по пальцам сосчитать, и должны строиться ближе к товарным фермам. А мелкие заводики, которые по сути являются линиями по розливу и фасовке молока, это все от нужды. И они помогли, конечно же, крестьянину как-то выжить в условиях рынка. Когда диктат молочных комбинатов-гигантов загнал их в паутину полного безденежья. Но будущее вот с такими малотоннажными заводами, с полным производственным циклом. В этой поездке губернатора сопровождал исполняющий обязанности генерального директора ОАО МК Виктор Филиппович Рашников. А затем состоялась встреча с руководителями района уже на Верхнеуральской земле. Анатолий Докшин, глава администрации, и Михаил Ломакин, начальник управления, рассказали губернатору о своих проблемах, которые типичны для всего сельского хозяйства юга области. Выращивание скота и рентабельно,
необходимые дотации от государства. Зерно можно производить с прибылью, но обидны неизбежные потери и уборки. Техника изношена, но и даже новенькие Нивы и Сибиряки – это уже вчерашний день российского села. Сегодня в том количестве, которым бы нам надо с вами, да, не будет ее? Давай будем думать, как будем вылазить. Петр Иванович, да. Вылезем, но я потеряю 5 миллиардов. Это в том году 4,5 миллиарда потерял. Вы не правы. Почему? Не только вы потеряете, я потеряю это. Все правильно. А я потеряю больше. Тогда вот считайте, 200 вот. Совхозов по 5 миллиардов, триллион мы потеряем. Ну не может наша Нива вот это зерно убрать. Не может она, хоть ты что делай. То, что он переживает здесь, имеет основание. Безусловно, имеет основание. Во-первых, техника действительно здорово подизносилась. Во время последней остановки губернатора в Нагайбакском районе у него произошел очень интересный разговор, и вы только что это сами видели, с Уралом Александровичем Назмутдиновым, директором «Знаменки». И если у вас еще не пропал интерес к сельской теме, пожалуйста, не переключайтесь на другую программу, потому что вы сейчас увидите Урала Александровича в видеоотчерке «Нагайбакский район. Проблемы, перспективы и задачи». Эти люди имели право на праздник, потому что еще пару дней назад они спали по 4 часа в сутки. Они завершали сев, главную работу полевого сезона. Этой работе были отданы все силы. Она потребовала от нагайбакских земледельцев полной самоотдачи. И это не красивые слова. Работать в нынешних условиях с хорошим качеством – это почти подвиг. Старенькая техника, лимиты на ГСМ, правдами-неправдами собранные семена, полное отсутствие химикатов. А затем получить в июле вот такие поля – это дорогого стоит. Наша встреча с главой администрации района произошла через несколько дней после завершения посевной кампании. И поводом для нее послужил вот этот поселок на краю районного центра. Дело в том, что в апреле не довелось проезжать по этой окраине Фершан-Федуаза. Здесь было голое место. Невольно вспомнишь Козьму Прудкова, не верь глазам своим. Вот так в лесу строить дома сложно? Непросто. Непросто. На новом месте всегда непросто. Я понимаю, что это для бюджета районного накладно, но ведь дело нужное для врачей, учителей. Обязательно. Жизнь ведь не только зарплата, пенсии и там посеять, убрать. Это немножко пошире и побольше. И мы стараемся. Это вот в этот микрорайон в основном для бюджетников. А сколько будут люди платить за жилье? Сколько лет? Во-первых, условия у нас. Сюда, как правило, поселяются люди, которые живут в многоквартирных домах. Да, они обязаны отдать эту квартиру, счет уплаты за этот дом. Плюс мы продумываем сейчас варианты в рассрочку от 10 до 20 лет. То есть небольшие деньги там, да? Небольшие. Но чтобы каждый знал, что это не бесплатно. Месяц и 10 дней тому назад здесь ничего не было. Здесь вот так вот играли ребятишки, летали птички. Сейчас вот 7 домов из 10 мы сюда уже заложили. А вообще-то у нас этот квартал рассчитан на 150 домов. На 150 мы домиков разбили площадку. А моя мечта, чтобы каждый год по одному кварталу здесь строить. Завертевшись в вихре Сабантуя, мы все же сумели расспросить нескольких руководителей товариществ, как ныне именуются бывшие совхозы, о планах на будущее. Говорить нам было сложно от того, что глаза моих собеседников в основном смотрели на то место кольцевой дороги, откуда должны были вылететь лихие наездники. Но, тем не менее. Через 2 дня в Дубровке у вас будет самый ответственный старт в области. Надеетесь на победу? Да, мы неоднократно выступаем в Дубровке. Выступали. И в этот раз мы питаем большие надежды. Мы завоюем призы. И не один, считаю. Нагайбаки – это прирожденные наездники, да? Да, особенно нас. Это ребята, фанаты, еще раз повторяю. Молодцы ребята. Умеют и растить хозяйство, умеют и покупать лошадей в личное хозяйство и участвовать на скачках. Есть. Ну, раз так люди любят животных, почему животноводство не поднимается до сих пор с колен?
Не, ну почему же, это наводство. У нас хозяйство, сброс кормового скота небольшой, сравнительно по сравнению, допустим, с другими. Труднее, конечно, с свиноводством. Но мы думаем, что все равно желание будет заниматься свиноводством в целом и в области, и в России. Мы оставили маточное поголовье с надеждой, что будет внимание свиноводству. Потому что без свинины не сделано ни колбасы, ни... Тяжело быть без свинины. Ведь прежде Островецкий свинокомплекс гремел на всю область, на весь регион. Было у вас до 15 тысяч голов, да ведь? Да, совершенно верно. Ну и осталось у нас только в нашем хозяйстве, осталось свинина в округе. Может быть, только Красногор свинокомплекс, остальные там, не знаю, как на севере, но на юге здесь только мы сохранили это поголовье. Осталось тыщенка всего, да? Нет, 2000 голов. 2000? Да, 2000 голов в маточном поголовье. Итак, тройки заканчивают один круг. По-прежнему лидирует Сулейманов Островенко. Капиталистические страны все дотации делают селянам. Все. А у нас почему-то селян бросили, я не знаю, или специально хотят разделить это все это дело, превратить нас, я не знаю, значит, может быть, даже не высоко будет сказано, может быть, неуместно. Но мне кажется, если такое сегодня как селянам относиться, то просто мы будем, рынок сбыта будет здесь просто какой-то колония какая-то только будет. Мне так кажется. Я, может, ошибаюсь, но сегодня... По крайней мере, такая направление. Дай Бог, чтобы вы ошибались. Дай Бог, да. У нас один Бог с вами, да? Все правильно. Бог один. Да? Нет, Бог один. Ну, значит, вера, значит, у меня мусульманская вера, у вас христианская вера. Это не важно. Важно то, чтобы мы, какой бы веры ни были, мы все вместе были. Вместе будем, мы выживем. В дальнейшем вести разговор о проблемах производства, когда на конно-спортивном празднике наступила кульминация, разыгрывался главный приз номинации «Куску», что означало «Догони девушку». Наверное, не имело смысла. И мы отложили встречу до начала сенокосной стороны. Тем более, что повод для разговора был серьезнейший. Нагайбакский район решил перейти на новый тип кормления – сенажный. Нет, конечно, прежде сенаж занимал весомую часть в рационе дольных и отборочных культур. Но, во-первых, Свердловская область, куда ездили за опытом нагайбакские агрономы, сенажом кормят животных почти 100%. Во-вторых, его там и закладывают иначе. Это и стало главной темой районного семинара, который состоялся 23 июля. Мне хотелось бы узнать, а что мешало раньше этот метод использовать? Да, в принципе, этот метод использовался и раньше. Это, как говорится, зависело от экономических возможностей. Да, если вот сейчас начинаем изыскивать резервы, сейчас начинаем немножко считать деньги, вот, и затратить какие-то мелочи на приобретение, значит, вот этой той же пленки полимерной для закрытия, или потом потерять от угара, значит, 15-20% этого же силоса, и потерять, значит, на трамбовке, затратить на трамбовке, на закрытие, значит, этих ям землей и другими материалами, значит, солярку и время рабочее. Просто сейчас прикидываем, считаем, и это намного выгоднее. Вы тоже посчитали, да? Тоже считали, обязательно, потому что сейчас напрямую, ну, сейчас у нас очень тяжело с жатками, а к осени ведь жатками теми же зерновоборщами, а на их не запчастей, новых ничего нет, и это выгоднее намного получается, и быстрее, и качество сенажа лучше получается тем же, с той же пленкой. Понятно. А у вас такая есть возможность вот за день яму закрыть? Мы заложили в Балканском ТО, две ямы, значит, заложили мы донника. Однолетие пока мы воздержались закладывать, потому что овес находится в молочной спелости. С понедельника нам начнем тоже закладывать. А у вас? Ну, мы заложили 600 тонн, пытаемся закрыть этим же методом, но у нас нет пленки. Но работаем, стараемся работать как знаменцы. Метод отличный. И в будущем, в этом году уже на одном отделении пытаемся перейти целиком, как они. А почему именно свердловчане стали первыми в освоении нового метода? Со свердловчанами равняться нам не приходится. Во-первых, это госплемсовхоз. По нашим данным, там 27 институтов на него работают. Наверное, если они сегодня доят около 5, по-моему, 4,5 тысячи литров молока на корову, то, конечно, брать корм надо. И сегодня, говорят, даже с одного поля берут 3 урожая. Вот северная зона. А сумма плюсовых температур у нас выше? Ну, это надо еще посмотреть. Потом, трудно говорить, потому что мы судим все со слов. Просто начальник управления ездил туда, он привез нам, мы посмотрели, чем он работает. У него нет сегодня отечественной техники, у него нет сегодня отечественных сортов, у него ультра-супер-короткий вегетацию. Ну, где? Мы сегодня что имеем? Мы сегодня имеем свои сорта. Они нам сегодня позволяют, он 105-90 дней, ну куда мы его больше вылезем из этого?
То есть это уже выработанное, так? Ну, получается, у них уже выработано. Мы только переходим к этому еще. Будем пробовать, что будет получаться. В этом году также планируем, на совещании были, озимую рожь попробовать по их технологии на зеленый корм. В смысле, с врезанием овса, как они планируют. К концу нашего разговора работа на этом участке поля была завершена. Настало время обеда. И последняя жатка покинула загон. Знаменцы на правах хозяев, а это на их полях проходил семинар, повезли специалистов в столовую. А сенажный отряд с чувством выполненного долга принялся за обед здесь же, в поле. У нас появилась возможность более подробно поведать вам о сути нового метода. Он прост, как все, гениальный. Сенажные траншеи свердловчане делают небольшие, по 10 метров ширины. Закладывают зеленую массу по 1000 тонн и больше, чтобы управиться за день. Ночью трамбуют яму и утром закрывают пленкой. Делается для того, чтобы в яму не попал кислород. Прежде наши кормозаготовители умудрялись закладывать в сенаж по 10 тысяч тонн в одну яму. На это уходило 2 недели. И верхний слой, который превращался в корм, его выбрасывали, достигал до полуметра. Потери при этом составляли до 30%. И это при нашем всегдашнем дефиците кормов. Силос мы практически уже 3 года не заготавливаем. Вот. И, значит, будем вот нынче и на следующий год планируется так, чтобы перейти на сенажный метод кормления. А сено? Сено, ну, только для частного сектора. Да. Но на сегодняшний день у нас сено заготовлено 450 тонн. Это то, что нам необходимо для зимовки. Я вижу, бурты стоят. Это вот, совхоз, да. Это вот кооператива сена, да? Да, это сено вот сельхозкооператива. А для частников когда сено будет? Для сена, для частников мы уже заготавливаем. А это уже конкретный результат работы по новому методу кормления. Бычки на отделение слюда ежедневно прибавляют в весе до 700 граммов. Если вам это ни о чем не говорит, сообщу цифру планового привеса. 460 граммов в сутки. Только за счет кормовой базы, значит, мы берем привес. Ну, говорит, главная проблема сегодня – это сдать скот. Нормально сдать, выгодно для себя. Да, сегодня, значит, откорм, он, конечно, выгоден. Совхоз, всегда нужны наличные деньги в совхозе. Вот вчера буквально увезли 9 голов, и по 1 900 000 мы наличными привезли. 18 миллионов? Да, 18 миллионов за 9 голов. День, который начался с уже ненужного всем мелкого дождя, а в Магнитогорске он шел всю ночь. После обеденное время порадовал ясным небом и жарким солнцем. Как раз в это время мы и ехали на вечернюю дойку, и соблазн остановиться возле одного из зерновых клиньев был очень большим, а то, что мы увидели, было тревожным сигналом. По этим полям ударил дефицит удобрений, конкретно фосфор. Стебель слабый. Еще до налива колоса он ложится под ветром. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 колосков. Это худо-бедно при такой густоте, как минимум 50 центнеров. Боженька, дай погоду, дай жару, чтоб созрело, и дай Бог убрать. И тогда ни долгов, ни перед рабочими, не перед государством, у нас, конечно. Ровно в половине 6 вечера эти опрятные буренки с крутыми боками и с выменем, ничуть не меньше 20-литровой канистры, вступили на территорию летнего лагеря. Поступь была важной от того, что свою функцию они выполнили полностью. И теперь с чистой совестью требовали выполнения с таким же качеством своих функциональных обязанностей от доярок. Да весело, почему нет? Организация труда у нас хорошая, бригадиры хорошие, начальство. Да не об этом, песни-то поете, нет? Поем, как не поем. Во время работы? Во время работы, а что делать? Коров доится, мы песни поем. Приезжаешь в летний лагерь, везде нужно болотные сапоги надевать, а у вас не нужно. Почему? Потому что хозяйство такое, наверное, сделали для нас асфальт. Да. Видите, какое покрытие сделали вон хорошее. Раньше не было такого дождей. И сейчас очень даже удобное. Хоть не мокнем, не стоим, когда дождик особенно. Сегодня на этой ферме доят 13 литров от коровы.
И, наверное, это хорошо, что в районе есть такое хозяйство, как Знаменка. Да вот беда, другим хозяйствам до нее тянутся и тянутся. А может быть, там и не хотят? Кто, к примеру, захочет жить в бешеном, изматывающем ритме Назмутдинова, подумалось нам. Сколько часов вы спите в сутки? Ой, неудобно говорить. Часов 10-11. Мой опыт позволяет уже много спать. Правда. А говорят, что сегодня преуспевает только тот, кто спит 4-5 часов. Ну, неправда, это же... Временем брать не надо, умом брать надо. Такой ответ нас, честно говоря, несколько обескуражил. И пришлось обращаться за советом к тем, кто близко знаком с директором Знаменки. Знаменский, он выплатил заработную плату за июнь 100%. Остальные хозяйства должны сегодня худо-бедно 5 миллиардов заработной платы по району. Урал Александрович, он всегда был неординарной личностью. Раньше он... За что и страдал, да? За что и страдал, как и народное тело. Сейчас пришло время людей рискованных, которые рискуют ради хозяйства, значит, не боясь, берут на себя ответственность и действуют. Глубоко символично. Лучшее в районе хозяйство именуется Знаменка. Знаменосцам нынче очень трудно и работать, и жить. Чуть покажи копейку прибыли, налоговая тут как тут. На миллиардных картотеках не то чтобы тепло и сытно, как-то спокойнее. Все так живут, а я чем лучше. Слава Богу, эту точку зрения не разделяет нынешний глава района. Человек он беспокойный и чистолюбивый. Так что мир их нерадивый примет, будьте уверены. Мы планируем рост. И по итогам 5 месяцев он наметился. Вообще мы планируем рост производства в среднем на 1/3. Как по полеводству, так и по животноводству. Вы жесткий человек по натуре? Приходится бывать иногда и жестким, а может быть иногда и жестоким. Приходилось жалеть о принятых решениях? Бывали моменты. Но вы способны подойти к несправедливо обиженному и протянуть ему руку? Могу. Со мной это несколько раз было. Я не считаю это зазорным. Это работает на авторитет власти? Ну, я как-то не об авторитете думаю в первую очередь, а о другом. Если для дела мне надо уступить, я уступаю. Ну что ж, район живет нормальную жизнь. Здесь строятся автострады, проводится газопровод к дальним деревням. На территории района нормально функционирует мощная горнорудная компания. Но главная задача для барских жителей – это получить сегодня хороший урожай. Ну а сейчас обещанная страничка из американского дневника «Лесные пожарные». Может быть, кому-то из вас тема покажется неактуальной. Слава Богу, в этом году лесные пожары обошли нас стороной. Но вспомните прошлогодний гибельный огонь в Сонарском бору. Итак, лесные пожарные Нью-Джерси в программе «Юг». С Климиной Катей мы встретились в одной из школ штата Нью-Джерси на празднике, который в США зовется по-разному. Но суть его заключается в том, что каждый класс в определенный день готовит разнообразные кушания и наряжается в одежды определенной страны. Мы, конечно же, обойдя вниманием африканские страны, где нас могли угостить только бананами, устремились в русский класс. Я хочу знать, какое задание получила мама к сегодняшнему празднику. I prepared food. I made potato soup. Суп, да? Potato soup. Картофельный суп. Potato soup with beef and carrots. И говядину с морковью. Сами пробовали то, что готовили? Yes, absolutely. Yes, this is rabbit. We have venison here. Здесь приготовили разные блюда русской кухни. Сами они попробовали. Очень все вкусно. Здесь вот это вот кролик, там есть говядина, есть бефстроганов, картофельный суп и разные другие блюда. Во время общения с Катей на этом празднике жизни выяснилось, что она, кроме основной студенческой деятельности на факультете иностранных языков Магнитогорского пединститута, подрабатывает. И где бы вы думали? В одной из пожарных частей города. Мы немедленно обратились с просьбой к Джону Зукову. Он курировал с американской стороны программу рукопожатия через океан. Повести нас к американским пожарным. И мы в тот же день поехали. А поскольку американцы относились к нашим просьбам с максимальной ответственностью, то к нашей радости
дело не ограничилось посещением одной пожарной команды. Уж не знаю, какой системой оповещения пользовался мистер Зукол, но в первой же команде лесных пожарных нас встречали не только люди, но и звери. Рахенберг. Одну треть территории штата контролирует 25 человек профессиональных пожарных. И пусть даже в распоряжении у них великолепное снаряжение, транспорт, выучка, все равно этого количества людей мало, скажете вы, и будете правы. Потому что, как объяснил нам с Катей мистер Петрини, пожарным помогают в их нелегком деле еще 400 добровольцев. Их здесь называют волонтерами. И, конечно же, за свою работу никто из них оплаты не требует. Здесь принято считать, что волонтер охраняет от гибельного огня свое имущество. Do you speak English? Yes. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja, ich spreche Deutsch. Parlez-vous français? Oui. Italiano? Oui. Вы хотели работать в такой вот интернациональной бригаде, а? Да, да, конечно. Здесь, видите, здесь очень легко работать, потому что мы сталкиваемся с множеством проблем. Те же самые машины ломаются, мы должны их куда-то отсылать, бензина очень мало. Все-таки они здесь как-то решают по-другому эти проблемы. Почему у них так хорошо дело обстоит с пожарами лесными, то есть их нет практически? Виной ли тому частная собственность? Yes, we do have a lot of private да, property. По всей видимости, это частично зависит от того, что значит, является также частной собственностью, потому что помимо лесов они также ограждают и дома. Потому что если загорится лес, то они, естественно, должны будут тушить и дома. Он работал в Германии, так, в такой же примерно части лесные пожары тушат 2.5 года. Кать, как профессиональный пожарный, как ты оцениваешь ситуацию в этой части пожарной? Это вообще великолепно, конечно, машины очень хорошие, у них все-таки работа поставлена намного лучше, чем у нас. Потому что у нас, если горит лес, то мы должны созывать соседних пожарных, а здесь, в принципе, у них специальная часть для этого, и это очень удобно. Что такое пожар, в штате Нью-Джерси знают хорошо. Дома его жителей расположены в полумиле друг от друга, в основном в лесу. Огненная стихия способна в одночасье превратить благополучных американцев бездомных людей. Да так оно и случалось не раз уже и в этом столетии. Вот почему пожарный здесь имеет статус небожителя, а волонтерство считается делом наипочетнейшим. Мы, конечно же, не держались от соблазна и посетили такую чисто добровольческую бригаду и даже поучаствовали в учебном пожаротушении. Сегодня воскресенье, все добрые американцы отдыхают, а вы на работе. Зачем? Потому что это пожарная часть, и они хотят, чтобы здесь все было чисто и красиво. И если вдруг где-то возникнет пожар, они будут там через несколько секунд. Вам за это деньги платят? Most of us, we all volunteer firefighters. Нет, нам не платят. Есть пожарные части, где платят деньги, но мы все добровольцы, и нам не платят. Почти у каждого жителя штата Нью-Джерси дома хранится одежда и амуниция пожарного. Существует и особая система оповещения. По первому сигналу все приводится в движение. Ну а если этого потребует ситуация, в дело включаются суперпрофессионалы. Вот эта пожарная машина стоит $1 миллион. Она сошла с конвейера одного из заводов, где производят истребитель-бомбардировщик F-14. На быстрокрылый фантом она не похожа даже издали. Но по многофункциональным возможностям, насыщенности компьютерами, наверное, ему равна. В крупных городах штата Нью-Джерси, Трентоне и Атлантик-Сити возможна ситуация, когда стрела этого пожаротушительного гиганта сможет дотянуться до высшего этажа любого из небоскребов. А в основном для ликвидации локальных очагов здесь используются вот такие винтокрылые машины. Пилот этого самолета, как и его товарищи по пожарной команде, имеют свое, совсем другой опыт дела. Но сюда их влечет не только романтическая сторона профессии пожарного. Десятилетиями складывалась здесь атмосфера, которая предполагает общение людей, знающих друг друга с детства и осознающих всю важность возложенных на них обязанностей. Наши визиты в гости к пожарным
закончились приглашением посетить сторожевую вышку. Это было, пожалуй, единственным местом в Америке, куда ночь технический прогресс пока не дошел. Оператор Алексей Челейкин особенно об этом жалел, потому что без лифта с видеокамерой подниматься ему было очень грустно. Зато сверху открывался вид на наш, ставший нам родным, округ Бьена Виста. На одном из островков суши в этом зеленом море леса мы нашли дом, в котором прожили 2 недели. В наши творческие задачи входило показать вам одноэтажную Америку. И единственный небоскреб, на который мы позволили себе подняться, это вот эта пожарная вышка. Вот такая она, многоэтажная Америка. Программа «Юг» завершена. И мне остается пожелать вам лишь хорошего здоровья, а селянам нескольких недель жаркой погоды. И тогда у нас с вами все будет хорошо. Мы будем, по крайней мере, с хлебом. По традиции желаю вам успехов, но только в хороших делах. Счастливо!